Делими, я оставила полдник на кухне. Перекусите с Дарьей. Сок возьмите в холодильнике. Да, мама. Дарья, я сейчас тебе принесу сок. Сок, сок, да! Держи, твой сок. Дарья! Сок, сок. Не нужно было хватать так сильно. Держи здесь. Вот так, аккуратно. Сок, сок, сок! И на тебе сок. Дарья! Дорогая, я нашел ноутбук. А? Ты нашел ноутбук? Дарья, что ты наделала? Прости ее. Она ведь еще маленькая. Я же просила ее аккуратно держать коробку сока. Вот так. Все готово. Моя красивая малышка. Ну и запах. Я только поменяла тебе подгузник, и ты снова его испачкала. Дарья, ты должна это делать в туалете. Я ведь тебе говорила. О, хватит. Лаки, давай споем. Так, какую бы песенку нам выбрать? Номер один. Это песня с днем рождения. Какую теперь? Четвертую? Четыре. Песенка мой песик. Дай мне, дай мне. Ладно, какую песню выберешь? Один. О, нет! Если будешь так нажимать, то сломаешь. К тому же, ты нажимала не на один, а на три. Один, один. Да говорю же, это три, а не один. Так, смотри. Один, два, три, четыре, пять. Один, 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 один. А, нет! Эти кнопки не один. Послушай. Один. Один. Два. Два. Три. Три. Четыре. Четыре. Пять. Пять. Хорошо. Что это за цифра? Один. Нет, я же говорила, это три. Далими. Соня и Веня пришли. Правда? Да, она ничего не понимает, сколько бы я ни пыталась ее учить. А вот я могу досчитать до ста. Я могу досчитать до ста миллионов. До ста миллионов? А это много, да? Ну, в общем, это много, очень много, очень-очень много. Кстати, ребята, давайте кое-что попробуем. О чем? Ну, может быть, мы попробуем научить Дарью вот так. Да, давай, хорошая идея. Дарья, сейчас мы вместе попробуем научить тебя считать. Считать? Да, считать! Считать, считать, хорошо! Единица я. Один. Один. Единица это. Это один. Я на зонт похожа. Посмотри. Один. Один. Да. Я двойка. Два. Два. Двойка это два. Да. Да. Я как уточка. Кря-кря. Два. 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 Да. Три. 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 Трое нас, да-да. Трое нас! И на цифру три похожи крылья у меня. Три, три, три! Три! Мы сиди, ты посмотри. Цифры вместе мы изучим. Один, два, три! Мы сиди, идем играть. Цифры будем вместе изучать. Четыре, пять!
Учимся, ребят, не сидеть. Идем играть. Цифры будем вместе изучать. Один, два. Теперь ты поняла? Итак, что это? Один. Все верно! Молодец! А это что? Один. Папа, как ты думаешь, что не так с Дарьей? А что? Я ее учу, а она ничего не понимает. Она не умеет брать сок, ходить в туалет, даже считать. Это потому что Дарье только один годик. Она маленькая. И все же... Дорогой, все готово. Я починила. Правда? Ух ты, отличная работа. А что ты починила, мама? Я починила старый ноутбук, который папа нашел в гараже. Ух ты! Моя мама отлично умеет чинить вещи. И я нашла среди файлов кое-что интересное. А? Что? Что там? Фото и видео, которые мы снимали много лет назад. Я подключила ноутбук к телевизору. Давайте посмотрим их вместе. Это мы снимали, когда ездили с папой в отпуск. Ух ты, мама была красивая. Я и сейчас красивая. Папа. Все верно, это папа. Ты очень изменился. А где мы с Дарьей? Вас, девочки, тогда еще не было. Это было до вашего рождения. А, вот и Делими. Это мой кролик Дальтоки. А где же я? Ты в мамином животе. В твоем животе? Даже не верится, что Далеми уже стала такой большой. Так, идем. Вот так, вот так. Папа! Папа! Дарья! Дарья, это не ты. Что? Значит, это я? Все верно. Здесь ты как раз в возрасте, Дарья. Кролик, мой кролик. Мы идем. Неужели я так делала? Далеми, все в порядке. Ты можешь какать прямо тут. Нет. Папа, что я там делаю? Ты какаешь. Вон там! Ты всегда была стеснительной и на видео тоже прячешься. Я не могу поверить! Молоко! Нет, Делими! Значит, я тоже была такой! Молоко! Делими, какая это цифра? Пять! Молодец! А это какая? Пять! Это один! Один! Я знаю! Все в порядке. Не нужно смущаться. В детстве так делать нормально. Далеми, теперь ты понимаешь, что у Дарьи нет никаких проблем. Да. Салфетка! Салфетка! Дарья! Дарья, что ты делаешь? Не надо разбрасывать салфетку. То есть? Так, все в порядке. Все дети так делают, верно? Я права, мама и папа? Конечно, все дети так делают. Дарья, ты хочешь поиграть со мной в цифры? В цифры? Да! Единица я. Один. Один. Единица это. Это один. А я двойка. Два. Два. Двойка это два. 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 Тройка я. Да-да. Да-да-да. Тройка это
три. Цифра три. Я четверка. Да. Цифра четыре. Да. Это цифра пять. 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 Да. Не сиди, давай играть. Цифры вместе мы изучим. Один, два, три, четыре, пять. Не сиди, идем играть. Будем цифры вместе повторять. Один, 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 два, 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 три, три, четыре, четыре, пять. Дарья, ты молодец. Красная помада на губах. Фиолетовые тени на глазах. Вот так. О, все готово! Та-да! Лаки, ну как тебе? Правда красиво? А? Я тоже хочу накраситься по-настоящему. Все готово. Нам пора выходить. Тук-тук! Мама! Ты случайно не видела мои карандаши? А? Мамы здесь нет. А? А? Ага! Ага! А? А? Сестра, сестра! А? Дарья, как ты считаешь, я красивая? И мне, и мне! Нет, нет. Дарья, ты пока еще слишком маленькая. Нет, только не надо плакать. Дарья, что случилось? Мама, да ничего не случилось. О, Галими, ты что, накрасилась? А, да, я просто хотела стать такой же красивой, как ты, мамочка. Да, ясно. Я понимаю, дорогая. Но, Далеми, ты еще юная, макияж вреден твоей коже. Далеми, тебе не нужно краситься, ты и так красивая. Да. Кстати, сегодня к нам придет Анна. Что? Анна приедет сюда? Привет, Далеми. Анна пришла! Далеми, как твои дела? Хорошо. Привет, Анна. Привет, тетя. Привет, Дарья. Привет, привет. О, должна сказать, ты становишься все красивее. О, тетя. Она права. Анна, ты очень красивая. И у тебя прекрасный макияж. Спасибо. Анна, ты останешься у нас на ночь? Да. Далеми, можно остаться у тебя на ночевку? Да, конечно, можно! Отлично! Далеми, ты останешься дома с Анной. Мы с Дарьей сейчас пойдем в магазин за продуктами. А вы развлекайтесь тут, хорошо? Да! Пойдем в мою комнату, переоденемся и поиграем. Хорошо. Далеми? Чем мы займемся? Чем угодно! В таком случае... Это так весело! Да! У тебя отлично получается! Вот! Твоя еда готова! Спасибо! Выглядит очень вкусно! Осторожно, осторожно! В следующий раз не жадничай! Анна! А теперь давай почитаем сказки. Да, давай. Я сейчас принесу книгу. Ага. Что это такое? Ух ты! Это косметичка! Ага! Даже у мамы нет такой красивой косметички. О, этот цвет такой яркий. А, сладкий запах. Далеми. А? Далеми, в чем дело?
просто увидела твои средства для макияжа. Они такие красивые. Я просто решила понюхать и больше ничего. Честное слово. Ох, ясно, Далеми. Ты хочешь накраситься? Может, попробуем сделать это? Мне можно будет накраситься? А? Вот только мама говорила, что мне еще рано краситься, потому что я еще маленькая. А мы смоем весь макияж перед тем, как твоя мама вернется. Правда? Угу. Ух ты, как здорово! Так значит, ты не расскажешь об этом маме? Конечно, нет. Пора стать красивой. Да! Пора накрасить, себя украсить. Я хочу красивой стать. Я пудру нанесу, ресницы подведу. И теперь меня просто не узнать. О, Далеми! Давай накрасим, тебя украсим. Будет очень хорошо. Скажи сейчас мне, помаду я нанесу. Не узнаю свое лицо. Блеск в глазах моих и блеск на губах. Острым взгляд стал и острым носик. Стало лучше выглядеть я в твоих ловких руках. Посмотрите! Как прекрасно накрашенной быть. Все тебя сразу замечают. Это может голову мне вскружить. Такая красотка Далеми. Ух ты! Ух ты! Я считала тебя ребенком, а ты уже прекрасная девочка. Анна, можно мне примерить твои каблуки? Ну, конечно. Как красиво! Ну что, я красивая? Ты настоящая модель! Как прекрасно накрашенной быть! Каблуками стучу по дорожке. Это может голову вскружить. Смотри на меня. Ого, Далеми, ты очень красивая. Как прекрасно накрашенной быть. Все тебя сразу замечают. Обращены все взгляды на меня. Далеми? Далеми, что ты тут делаешь? В туфлях Анны? Мы... Я... Мама, я просто хотела их примерить. Лицо, Далеми, лицо! Что? Ты что, накрасилась? Ну, я... Дело в том, что... Тетя, я разрешила ей принарядиться. Не могу поверить. Далеми, я же говорила тебе сегодня, никакого макияжа. Но вообще, должна сказать, тебе идет этот макияж. Если добавить эту сумочку, то будет еще лучше. Ух ты! Это мне? Да. Я выбирала платье для Дарьи и решила купить тебе эту сумочку. Ух ты! Мама, ты лучшая! Как я выгляжу? Очень красиво. Далеми, я сфотографирую. Хорошо! Скажи, сыр. Так, мы повеселились, а теперь давай вместе смоем макияж. Внимательно повторяй за мной. Мы умываем лицо. Мы умываем лицо. Вжик-вжик, жук-жук. Вжик-вжик, жук-жук. Лицо, конечно, перед тем, как спать пойти, нужно нам умыть. Вот так. Натирай, чтобы было много пузырей. Вот так? Да. Лицо, конечно, перед тем, как спать пойти, нужно нам умыть. Я хочу поскорее вырасти и стать красивой взрослой, как ты. Далеми, ты уже красивая. Правда? Конечно. Ты потрясающая. А скоро ты станешь более красивой, чем я. Мне хочется поскорее вырасти. Я хочу спать. Доброй ночи, Анна. Доброй ночи, Далеми. Ha ha ha.
Пока, Анна. Заходи еще. Обязательно, дядя. О, нет, ты не останешься. Я хочу, чтобы ты всегда жила с нами. Скоро я снова приду. Правда придешь? Конечно. Даю слово. Пока. Пока. Сестра, как красиво! Да, точно. Красивая девочка, да? Ага. Анна помогла мне накраситься по-настоящему. Это было здорово. А теперь мне снова нельзя. А? Это... А? Это помада Анны. Делими, Дарья, пора перекусить. Делими? Что ты делаешь? Анна оставила здесь свою помаду, и мы с Дарьей решили поиграть в макияж. Мы красивые. Дарья очень красивая. Нет, нет. Вы еще слишком маленький. Это испортит вашу кожу. Мама, но вчера ты говорила, что мне очень идет. Я знаю. В общем, никакого макияжа, ясно? Так, конечно, я хочу накраситься. Нет, довольно. Так, пойдемте есть. Ну, правда же, я красивая, да?